Всем привет, мы Russian Games. Продолжаем с вами играть в State of Decay, вторую часть. Так. Самара хочет уйти. Обсудите с ней переживания. Так. Ясно. А, этого мы переключили. Да, мы этого переключили. Нам нужно персонажа поменять сейчас. Так, кто у нас там? А, я и не могу. А, или могу? Хочу, могу! А, нет, не могу. Гражданин, герой, 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 герой. Да, надо вот этого прокачивать, чувачка. Пол, 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 пол. О, а я же играю полом, да? Нет? Полом, нет, 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 не полом я играю. Так, я играю не полом, значит, надо выбрать пол. Проблем со скоплением, о, байкера. Крутой чувак, кстати. Да, да, детка, да. Так, сейчас мы тебя выберем. Ну-ка, 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 что там у тебя есть? Что у нас по оружию? А так себе по оружию не очень хорошо. Ладно. Диоксин возьмем. Что у нас там есть? Погнали. Поговорим. Самарой, потому что нам не надо, чтобы она ушла. Ой, нам не надо вообще. Так, что ты хочешь? Yeah. Давай. Yeah, why not? Ого, ого, ого. У нас там есть так, начнем чемпионский объем, снижает расход на регенеровки. Уровень усталости накапливается медленнее. Да, наверное. Nice day, huh? Так, поехали. Что у нас? Ё, чё, так мало еды, что ли, у нас? Да ну нафиг, вы чё? Ё-моё. Трошняк вообще. Трошняк. Так, давайте мы медицину сделаем. Оставить семян, семян, наверное, мало у меня, да? Ладно, чё у нас? Черный. Погнали. Так, так, погнали, погнали, погнали. Нет, автоматическая точность либо нужно ставить. О, кстати, увеличение есть. Блин, крутая пушка, кстати. Так. Ни хрена, если так далеко ехать надо. Вы чё? Охренеть вообще. Да, поделать, что там ехать лучше? Надо ехать лучше, наверное. Наверное. Скопление тут, блин. Ну чё у нас, кстати, там с боевым духом? Грозится уйти, раздражена, жертва. Злоупотребляет. Да, на исходе ты мало. Короче, я понял. Идем к этим чувакам срочно. Кстати, вот на самом деле, актуально было бы вот эту машину взять. Мы далеко идти ночью, неохота. Поехали. А ну-ка. Мы же можем, да, сделать? Не, ну это херня при обогрении. Так, ну тоже херня. Так, давайте мы быстро. I need some supplies at my location. My word is rock solid. What do you need? Ну,
Nothing here we can use. Too much to carry for long. Hey, all this noise is gonna bring a lot of zombies. Just delivered the goods at base. What's next? Уже желтенький. Уже не красненький. Еще ладно. Точно нужна еда. Я вообще не пойму, почему так мало людей, если в прошлый раз уже больше было. Так, давай, наверное, мы... Make a deal. Yeah, okay. На одно бухло я не знаю. Вообще не особо хорош. Не, точнее, союзники офигенные, кстати, да, у вас. Keep an eye out for plague zombies. Что ты нафиг?
я ненавижу этих зверей вообще. Terrible. Where's a doctor when you need one? Almost out of these. Все, уничтожил это скопление, да? Капец какой-то. А птички дорогие. One more and done. Oh!
взял. Please tell me you haven't forgotten what we talked about. If folks around here really do care about me, then I suppose I should stay. Would you please shut up? Better keep an eye out for plague zombies. Охренеть! Тёмный мачо. Точно готов. Я сижу тут, играю в этот в зомбари, а там звони, если что, будем играть, давай. Хорошо. Угу. Давай. Так, пардон, отвлекли меня. Thank you.
Так, что мы с вами будем делать? Так. Включить сделку. Hey. Can we work a trade? Хорошо. Sure. Feel like a pack mule. Thanks for listening. I guess I should stay after all. No problem. Я понял, что нам делать. Короче, мы сейчас сделаем аванпост. Тотальное просто уничтожение аванпоста. Вот мы сейчас по ресурсам потом мы наберем тайги, перный театр. Так, что мы с вами уничтожим? Давайте мы уберем аванпост с едой. Пятый аванпост где у нас? Воду ни в коем случае. Пятый аванпост с едой. Ну вот, кстати, не хотелось бы его уничтожать. Воду точно мы не будем ломать. Бензин же нужен мне, правильно? Бензин нужен к ресурсу. Ну пофиг, давай уничтожим аванпост с едой. И сейчас сделаем здесь аванпост. Собственно, устроим небольшое тотальное уничтожение. А, тут нельзя, понятно. Потому что чем ушел здесь. Так, кстати, можно подлутать и не продать. Мы слишком заговорили. Hooray. Так, нужно. Есть что? Шуметь не будем, потому что здесь очень жестко. Ну вот, кстати, если мы сделаем аванпост, я думаю. How's it going? Завербовать свое сообщество, что они такие дорогие, блин, не приносят. So, what have you got to trade? Why not? That's a lot to carry. Can we work a trade? Might as well. Thank you, me. We need to talk. Ё-моё. Так. Наверное, надо вот здесь вот сделать. Пост, если не получится. This place will be perfect for an outpost. The outpost is locked. Stop. Get ready for action. Сейчас они исполнятся, будут меньше. All right, this is good. Так, ну что мы делаем с вами? Сейчас мы заберем.
так нельзя. Нельзя. How's it going? Ясно. This place is just awful. I gotta slow down. Ай-яй-яй, иди нахер. А иди нахер, сказал мне, блин, отвалить у меня. Где эти твари? Да ну нахер, вы чё? Отвали, сказал я, блядь. Где эти дебилы, блин? Спасай меня, спасай. Побежали. Гаси. Ну давай, гаси. I feel terrible. Where's a doctor when you need one? Вот это жестко было. Вот это было жестко. Так, ладно. Я думал, он большие проблемы составит сейчас это все. А, надо еще это взять. Энергетики, а то я скинул. Аккумулятор возьмем. Патрон. Еще возьмем. Самое. Едут на пинты. Жали головное. Okay, it's on the ropes. Ah,
all out. That's heavy. Hooray. Found a fat load of nothing. This place is clean. Sometimes hope can pay off. Yeah.
This place is just awful. Okay, it's on the ropes. I can't keep this up. We heard about your plan to destroy the plague hunt. We could pitch in, but we need your help first. We need to gather specimens for our research. It's not exactly appetizing work. You want in? For God's sake, someone help us! Что мне так, короче, я понял. Ням-ням-ням, стой. Давай мы не будем сделаем, короче, так. No more room. Мы тут тотальную зачистку проведем. Так. Так, мы вас там починим. Чинить будет выгоднее, чем до излома доводить. Так. That's a lot to carry. Так, я так полагаю, логично будет вернуться еще, да? It's lucky, but the Zed's been here. Room for that. That's a lot to carry. Looks like it's been picked clean. Too much to carry for long. Еще короче, медикаментами разжимся. Так. Определенно. Так, у нас еще два здесь функции. Have all I can carry. Что им еще можно продать? Если ничего такого больше нет. Набор для обогащения. Ух ты. А, повысить здоровье. Понятно. Нормально. Но это надо две фермы делать. Another day, another dollar. Let's make a deal. Sounds good. Что у вас есть? Бензин? А его нет. I better keep an eye out for plague zombies. Так.
made some friends here. Let's try not to lose them. You're welcome here. Вас всех, что ли? Find вас сколько человек, блин? Двое? О, кто вы там у нас? Трое вас! Садовод. Этот кто? Просто не знал, кстати. Электротехника. Кстати. Плюс трое, да? Что у нас там по... Будет сразу, получается... 9 человек. Нам тогда базу новую искать придется. Так, какая новая база-то? Ну, сейчас с голодухи будем умирать как-то. Вот он, да, вот он. 3500 влияния. Ну, 3500 влияния мы можем сейчас накопить. Это все херня. Понял. An actual decision. We're going to get hurt one day trying to take care of everyone. Так, если мы их возьмем. Ребята, не знаю, как это влияния чуть-чуть не хватает. Если я возьму, то у меня маловато будет влияния так-то. Если я приму эту группу с вами. We have a few zombies coming toward base. Nothing we can handle though. Нам сразу надо будет брать другую точку. Really, we can't tell you how much this means. You're letting us in. We need to be more willing to make tough decisions. Да, хотя. Я же могу поделиться. Давайте, да, вот хочется.
Хотя я чувствую, если у них хотя бы одного пути времени, то он просто там, да? А, еще у меня нет ремкомплекта. That's a lot of Zeds coming our way. We have a horde-sized problem. We may be outnumbered, but we have to stay strong. Some people seem to think they always know everything. I refuse to believe that I am the real problem here. I have to slow down. We have creeps practically climbing on top of our home! Just crush a few more skulls and we win! I see a screamer nearby. It's a damn screamer! Damn, this is it. Don't give up! We can do this! There's a feral nearby! Juggernaut! Everywhere.
Ребята, вот это, согласитесь, была вообще полная жизнь. Лютая жизнь. Так, мне придется лекарство принять, да? Almost out of these. Так, кто-нибудь больной-то еще? Чума. Самара с чумой, ё-моё, давай, быстрее. The Zeds took more than that shit. Стоп. I'll be there to help soon. Just feel forgive me if I wish you zero luck. Okay, no more of those. Какая, блин. Так, я думаю, ребята, что мы с вами на этом закончим. Так. Серия очень жесткая получилась. Просто жесткая. Ну-ка. И нам нужно срочно менять базу. Ё-моё. You know, those plague hearts aren't gonna shred themselves. Да все, не гунди там. Так, давайте все разрядим, а там уже посмотрим. Ничего, у меня есть патроны. Так, что у нас есть? Гражданский вектор, значит, да? Давайте брать вектор, что поделать. Вакцин мало. Аптека. I don't know why I keep trying. Hey, you want to be a good neighbor and come help us out with this? Ну, придется помочь, они нам тоже еду помогают, кстати. I gotta drop this off soon. Yeah,
Так, а ну-ка, у нас точно все больше больно. Our people aren't feeling too cheerful lately. Так, Тинкера, надо так сделать. Time to get some beauty rest. Or even just... That's wonderful. Так, нам с вами срочно посмотреть надо. Давайте-ка он с тобой возьмем. Мы с вами одного потеряли. Пошел. He deserved better than this. Сколько его посильнее. Иди сюда, иди сюда. We've got a lot of it. Fuck that. Не, он шумит сильно. Надо было. Так, давай мы сейчас, наверное, Кольт. Пошли, Кольт, с нами. Со мной пришли. Hey, what's up? This looks like a team job. You in? After you. А, что-то дать-то? Скидываем. Скидываем. Давайте винтовку дадим. Так. Не, хотя, давай мы тебе дадим автомат. Давай-ка иди сюда. Где он? О, эй. Он с автоматом бегает, я буду с этим бегает. Дробовик не отдай, как... What's happening? Ты что, дурак, что ли? Always glad to see you. Давай. Так. Дробовик нам не нужен. Пошли, отнесем патроны. Я думаю, мы сходим за машиной. Сейчас берем сразу. Ну, я отнесу патроны, серию закончим на этом. Time. If you're listening, please don't leave me alone out here. It's good to see your ugly mug. Get in here. Oh, that's nice, yeah. I'll see you around. Так, пошли возьмем тачку. А, стоп, да, мы возьмем тачку и сразу поедем занимать эту базу. А для этого нам нужно с тобой 3500 влияния. А 3500 влияния у нас есть или нет? Да, у нас уже больше есть. Ага. Так. Мы здесь все болтали вообще, в принципе, да? Вот та выжившая вообще-то здесь постиг, конечно. Но у меня и так до хрена. I think that's a friend. Can you see? So, I guess it's time for me to clean up the mess he made while I was recovering, huh? Zombie. Так. Конько мы, наверное, не пройдем до туда, да? Ёпки, а тут надо не борьбаться. Всё, моя жизнь какая, ребята. Где-то
Давайте проходим. Дальше побежим. Там еще и джиггернаут будет охрененно. Просто шикарно. То есть еще на нас выбежит этот. Вот. That juggernaut is very bad news. Машину дай. Постараемся. Да, Самару, конечно, она не хотела, потому что она является лидером группы. Теперь у нас серия получится продолжительной, немножко я подзатянулся. Like on most weekends, I was out camping when everything started. And I came across a tent with this older couple in it. I guess they'd heard about what was happening, because they had both stuck rifles in their mouths and pulled the triggers. Самое страшное, что может быть, это дикарь в данной ситуации. Ну, пузырь, конечно, внезапно убежит. Надеюсь, что не произойдет. Давайте пойдем тихонечко. Тачку починим. Пригоним ее на базу. И дальше уже он оставит. Да, я вижу. А, ну так и здесь рядом, что ли? А, прикол. Это и есть таинственный торговец. Так. Давайте стреляем. Так, заправим тачку сразу. Да, такая машинка будет интереснее, но нужно больше. Биоматериал Зеда. Обычно почему? Интересная херня. I'm glad to see it that way. Lead on. Куда нам идти? Оторвите зону 10. В окрестности года боя. Не надо руки оторвать. Да ты что творишь-то, блин? Так, ладно, короче. I'm finally ready to get back on my feet. Есть это задание, да? Куда надо? Пошли. Поехали.
сейчас мы, короче, сделаем так, ребят. Сначала доедем сюда. We gotta stay alert. Too many plague zombies around. Got a screamer in the area. That'll shut it up. We got a passenger. Зомби остался. Двое. Две. I need a breather. Чем мне такая база?
я бы вообще не сказал, что он еще не один. Последний где-то еще. Zombies coming in all over. Crap. Now this is an infestation level I can be comfortable with. Да. Все. Все, ребята. Теперь у нас есть большая база. Да. Че ты? Ух ты, эту стерну с водой, круто. Мне это что-то не делать. Блинки выжившие. Ободрение. Вдруг рядом. Так, эти будут здесь. Там что стоят? А, ну да. А здесь тоже лицо стоят? Не помню. Ладно, база, база. Да, вот это три места. Так, нам надо чё? Нам надо ферму где-то. Химика у нас нет. А, кстати. Кстати. Печенье все базы водой. Ферма. Гидропонная система. Есть инфраструктура, кто знает. Электричество нужно. Нужно электричество. А, блин, определенно нужна гидропонная система. Где электричество взять? Твою ж дивизию, а, ребята. Так, ну нам надо вернуться туда сейчас быстро. Утрывать ноги, руки. И где-то взять электричество. We've got something we can use your help with. Ладно. А как-то можно, да, по-моему? Торговый склад любых торговцев. Ну, кстати, прикольно, что it's simple. Do you want us to get what's left? We've got a lot of infestations around. I don't like it. Спокойно. Можно так пока сделать, да. Маленький. А там не получится, но там делать. Давай делать. Или где? Тут получится? Не, на одного сделать.
они хуново давить. Ферро. We can stay noisy or we can stay safe. Not both. Так, ладно, давай. I found a couple of things while I was out. Dropped them in the supply locker. Все. А-а-а, понятно. Так. А где мастерскую-то делал? Здесь что? Давай сделаем тут. Project under our belt. Три спальных места. Так. Три, да? Если будет казарма давать пять мест. У меня самое лучшее сейчас будет. Guys, the menu around here is getting real short. Need more food. Ладно, короче, пошли, пока не поздно. Замечательно. Пока еще ночь не встала. Надо идти. Nice day, huh? О, кстати, вон такие машины. Так. Автомастерскую определенно надо делать, определенно. Right, because we all had it way too easy up until now. So thick and wet. I almost feel like I'm underwater.
not feeling like anyone here really wants me around. Anything to swap for? Sure. Вот это да. Вот это я чуть не профукал. Вспышку. И почему я только сейчас заметил? Ты чё, издеваешься? I've got to slow down. Мне тут вообще не важно, как. Да что ж ты стреляешь-то всё, блин? Капец. Короче, тут очень не важно положить какие-то. Жесть. Так, а вот если эти ребята на нас нападут, нам мало не покажется. Но я зато руки в окна отрываю. А что поделать? Ну они чумные все. Давай. Так, как мне руки-то отрывать нужно? Да ни хера не помню. Оторвите у зомби 10 рук.
Ошибись. Дигернаут или кто-то. Судя по рисунку дигернаут. Ой, ты слишком крутой чувак. What's happening? Я его не хочу, понимаете? Потому что это не любит. О, все, отрубили. Отлично. That was helpful. Так, I'd like to make a trade. Sure. That wasn't easy. But we made a strong ally. We'll need each other in the days ahead. Иди гулять теперь. Ты что не нужен? Так, возвращаемся к тачке. Возвращаемся к тачке. Feeling like anyone here really wants me around. Ты капец крутой чувак, все.
Я понял. Самара. Так. Стоп. Что у нас там? Компьютерщик нужен. Сейчас будет компьютерщик. Будет компьютерщик. Я понял, что нам в первую очередь нужно. Так, а здесь мы сделаем что? Свободных людей нет. Ладно. Назад. Стремись, откуда ты взялся, урод, а? Давай, иди сюда. Thank you.
А, патроны надо в багажник положить, сейчас не бегает. Так, сюда, сюда, сюда. А, тут не падает. Ладно, хорошо. Давай дойдем в сторону. Hey. 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 Hey, buddy. I almost missed you. Hi. Давайте мы возвращаемся на базу, и на этом точно все разрешим. Legs on it. Oh, goody. Ah,
feeling like anyone here really wants me around. Yeah, well, I guess you guys are still better than the zombies out there. Пожалуйста. If we're going to survive, we need to help each other out. Что, они пропали, да? Ну что, два, что ли? Короче, вообще можно сейчас в чем-то себя погасить, это так. Стороны слабые. Так, что у нас там? Надо, кстати, сделать что-нибудь. Палеты. Все заняты, понимаешь ли, блин. Ай. Фух, чуть не сломал эту штуку. Здесь ничего делать. Ну, в общем-то, давайте мы с вами серию завершим наконец-то на этом. И все, продолжим уже позже. I'm back. Maybe we should start clearing out some infestations. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока-пока.